Всем привет, друзья! Вы на канале Пчелы Начинающим. С вами я, Анатолий Борисович. Я как-то в предыдущих роликах показывал, как я вычищаю улей. И вот некоторые интересуются, зрители, а некоторые подписчики непосредственно просили вот показать, рассказать про вот эту вот лопатку. Вот у меня две вот такие лопаточки есть. И ими очень хорошо, удобно чистить ульи. Ульи-лежаки, там, где дони нет, не снимаются, несъемные. Также доданы, у меня старенькие доданчики уже, поэтому когда-то были дони съемные, сейчас они наглухо забиты. И поэтому приходится чистить, вот особенно весной, когда выставляем пасеку на улицу. Очень много мусора, подмора внизу. Как вы могли видеть с предыдущих роликов, сырость, плесень. Вот. Так вот, вот эта вот лопаточка, вот их две таких вот у меня. Она вот по длине полметра или 500 миллиметров. Вот эта вот часть, так сказать, черпалка или как ее назвать. Вот она изготовлена из листового металла тонкого. И с этой стороны тоже. И соединена вместе проволокой. Четверка, пятерка. Вот так может быть. Да, приварены они вот. Значит, вот эта ширина этой лопатки, черпалки 10 сантиметров или 100 миллиметров. Вот это вот где-то 40, здесь тоже где-то примерно 60 на 60. Ну, я сделаю такой чертежик, схемку, проставлю там размеры эти, и сейчас покажу, как я вычищаю ей. Вот возьмем улей. Вот он еще не чищенный после зимы стоит. Очень удобно. Вот этот весь подмор. Вот этим вот скребком вышкребаем его. Очень удобно. И потом вот этой лопаточкой, черпалкой вот так вот раз, и все, мусора нету. Я же говорю, это очень удобно в лежаках, где дони неотъемные, и там, где тоже доданы, забитые днища. Вот и все. Потом там, где сырость, тряпочкой протерли, и на этом все закончилось. Вот такая вот лопатка-черпалка. Так что, друзья, вот такие вот лопатки-черпалки. Кому интересно, кому это нужно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего доброго, пока, до свидания.